Йоу-йоу-йоу, всем привет, ребята! И сегодня новая серия летсплеев. Я хочу быть вот этим псом, рэпером с сигарой во рту. Но я какой-то странный водитель. Значит, сегодня вы на канале Леркинс. Меня зовут Лера, если кто забыл. И напоминаю, одно из первых странных приветствий. Хотя далеко не первое. Сегодня мы начинаем новую серию летсплеев, потому что игра, которую я хотела поиграть давным-давно, но что-то не вышло. Ничего, думаю, в этот раз все получится. Хорошо, и мы теперь владелец. Отлично. 12 часов спустя, ребята. Довольно много. А что ж мы делали? Спали? Видимо, да. Хорошая графика, только вот это вот. Отлично. Крутой дом, хочу сказать. Кровать. Не, все-таки очень ламповая. Тут можно пересесть как-то, нет? Атмосфера балдежная. Не хватает прям какого-то дождя. Так. Я вижу мусорные пакеты. Так. Я вообще-то вот играла как-то раз. Тарас. Ну, мы начнем с вами еще раз. По-новому. По-хорошему. И не важно, что мусор перелетел. Опа! Сейчас это попал. Это все самое главное. Я даже не знаю, показывать ли рутину в этот раз. Потому что я помню, в прошлый раз не попали. В прошлый раз мы с вами играли и забросили. Это, конечно, печаль, проблемка. Ну ладно, в этот раз я доведу это до конца. Итак, текущее задание. Держа что-то в руках, бросьте водить на заправку. Тихо, подождите. Я могу это после серии убирать все, да? Чтобы не захламлять вам. Вам не захламлять, что? Чтобы не делать процесс игры нудным все-таки. Ой, какие мухи какие-то неприятные. Тут все. Задание выполнено. Следуйте за высоковольтным кабелем. Так, хорошо. Кабель, вот он. И где-то вот там у нас... Смотрите, какая чудесная ночь. Все светится, и даже немножко страшно получается. Ага, в общем, мы включаем. И все работает. Посмотрите, все работает. Ничего не взрывается, все чудесно, прекрасно. У нас здесь есть даже туалет. Отлично, хорошо. Ответьте на звонок в телефонной будке. Можно прыгать, соответственно. Этого нет режима приседания. Красться тоже режима нет. Ну, это и к лучшему. Это и к лучшему. День первый. 2 часа ночью, да, получается? Так, давайте ответим. Поздравляю с покупкой и инвестициями, племяш. Давненько ты не слышал мой голос. Да, я занятой человек, но, к счастью, земля, на которой ты хозяйничаешь, принадлежала моему отцу. Поскольку ты не только потенциальный деловой партнер, но и семья, я сделаю все возможное, чтобы тебе помочь. Я буду регулярно посылать тебе электронные письма с информацией о том, что делать по всем вопросам. Будь внимателен, ну, мне пора. Приятно было снова с тобой поболтать. Удачи. Хорошо, какие монеты красивые. Так, прочитайте электронную почту на компьютере. Хорошо, давайте прочитаем. Это вот уберем пока. И просто вот кинем. Мы не против, да? Прям под ноги себе, как свиньи. Но дело такое. Дело такое. Давайте. Итак, почта. Здорово. Ну, давайте прочитаем. Хорошо. Поздравления и салют. У меня никогда не был подвешен язык, однако вижу, что ты сделал солидные инвестиции. Хотя мне жаль, что за это тебе пришлось продать свою машину. Ты всегда попросить мог у меня суду. Чем я переставила слова? Не знаю. Я подкину несколько советов и трюков. Периодически будет переходить моя электронная почта, чтобы ты мог разобраться в теме. Тебе нужно запустить эту заправку. Кто знает, как сильно она обветшала за все эти годы. Не забывай продолжать получать прибыль. Сначала отремонтируй топливную колонку. О, и не волнуйся о деньгах на эту часть.
В конце концов, мы же семья, и семья присматривает друг за другом. Я здесь, чтобы протянуть руку помощи, а такой человек, как я, держит базар, как говорится. Хорошо, а кто написал-то? Нет, ничего. Ну ничего. Метла. Ничего нельзя купить, да, еще? Ладно, у нас вот есть задание, кстати, уже. Руди. Экскаватор Руди. Подождите, потом посмотрим на экскаватор на ваш. Какая красивая заправочка. Есть режим просмотра какого-нибудь, нет? К сожалению, нет. А может быть, есть? Ну. Ладно, я вот хочу сфоткаться. Ну, допустим, да. Допустим, я сфотографировалась. Отлично, бежим к Рузе. Интересно, экскаватор с именем? Вы, наверное, спросите, ты же играла, и ты снова удивляешься? Да нет, просто очень интересно, что у нас окна все замурованы, и что экскаватор с именем. Ребята, а вы тоже называете свою машину по имени? Ладно, хорошо, в любом случае, это не порог. Это всего лишь начало игры, которую мы с вами начинаем. И, я думаю, все-таки отлично поиграем. И он, смотрите, уже не поворачивает ни в какую сторону. Хотя мужичок поворачивает. А у нас мужичок, смотрите, он на кого-то похож. Ну хорошо, ладно. Выходим. Ребят, в этом летсплее не будет никаких шуток, так что готовьтесь сразу. Если будут какие-то вырезки, то будут просто потому, что они необходимы. Никакого монтажа здесь не будет, шуток тоже. Ну, я уже об этом сказала, зачем я повторяюсь, я не знаю. Просто спокойный, хороший, добрый летсплей. Канистра. Ну, на ЛМБ. ЛМБ. Да-да-да, это мы все знаем, да? Нет. А где канистра уже? Канистра. Ну, где-то там, судя по всему. У нас есть новое письмо какое-то. Так мне нравится этот... Хотела сказать закат, но это же не закат. Это рассвет. Это рассвет. Это очень хороший рассвет. Нам придется разгрести все это. Постой, стой, забери. А где? Ага, все, поняла. Ага. А зачем? А почему нельзя было сразу? Ладно, хорошо. Давайте закажем тогда топливо. Оно бесплатное, да, первый раз, по-моему? Залить. Но у нас ноль в кармане, да? Очевидно, что бесплатное, конечно же. А машина приедет какая-то или... Текущая. Что-то я... Возьмите канистру и заполните ее. Подожди, стой. Так, а у нас топливо есть? Просто написано, что нет. А, видимо, уже есть. Хорошо, ладно. Все, где у нас наш экскаватор? Давайте придумаем ему свое имя. Это, наверное, будет не так. Странно это будет, конечно, но... Я хочу вот свое имя придумать. Если я что-то придумаю, я без... Вот опять, какая-то все равно осталась вот эта вот дерганность. Посмотрите. Ладно, я так не буду больше делать. Все, мы едем. Угу. Удали кучу песка перед топливной колонкой. Ну вот они, да. Есть здесь. Хорошо, давай. Стой. Spacebar. Vast. А как поднять-то? А, так вот, мы подняли, оказывается. Прям в ту яму надо, да? А тут надо как-то охладить РМБ, да? Ага. Все, поняла. Тут топливо, наверное, жуть как быстро заканчивается, потому что он старый. И никто им не пользовался. Давай. Опа. Сбросили и поехали дальше. Трактор такой, с двумя рычагами, и больше не надо ничего. Ни кнопок, вообще ничего. И бак есть где-то здесь для топлива. Хороший трактор, экскаватор. Я хочу называть это трактором. А, посмотрите, он подписан, Руди. Ладно, я думаю, несколько неправильно будет называть. Трактор. Трактор экскаватором, экскаватор трактор, да. Это я вырезать не буду, соответственно. Не тем именем, которое ему дали. Поэтому мы будем называть его Руди. Хорошо, так уж и быть, определились. Нам пишет кто-то какие-то письма. И зачем?
Все-таки вот какие-то вот пролагивания есть. Ладно, хорошо, в следующей серии я это все исправлю. Откройте заправку для клиента. Давайте откроем. Красота. А, ты можешь открыть, закрыть и любое время используйте. Рядом находится кнопка запуска. Ага, понятно. Хорошо, что у нас здесь? У нас тут куча мусора, его я уберу после серии. Но вот это мы можем тоже убрать отсюда, но не после серии, а просто вынесем. Давайте прочитаем письма. Ох, не хочу радиоуправляемую машинку. И что надо сделать? Подожди, пожалуйста. Топливо закрыто, мусор, кредит, внутри, снаружи, оборудование. Почта, почта, почта нам нужна. Новая гонка. Давайте. Я же тут нашел орудие. Я говорю об экскаваторе. Один из рабочих моего подрядчика, скажем так, привязался к этой штуке. В конце концов, имя и прилипло. Значит, теперь она Руди. В любом случае, мне не нужна она. Но я вижу, что она тебе пригодится. Просто будь осторожен. Он старый. Шестеренки перегреются, если собрать песок. ЛМБ. Ага, это мы уже протестировали, да. Возможно, тебе придется охладить. А, это было ЛМБ, я сказала РМБ, наверное. Ну ладно. Если этого не сделать, двигатель перегреется, и ты потеряешь лишнее топливо. Ага, так вот оно для чего, отлично. А, и никуда не выбрасывай песок. Либо выгреби его за границу участка, либо поищи специально отведенное место, чтобы свалить его в кучу. Ну, мы так и сделали, отлично. Технически я считаю, что твой тип прав не должен распространяться на вождение тяжелых транспортных средств, таких как Руди. Но я готов тебя прикрыть. Положа руку на сердце, я прекрасно знаю, что в твоем районе нет патрулей. Во всяком случае, никаких значительных. Счастливого пути, спасибо. Заказ. Ну, это мы уже читать не будем. Канистра и инвентарь. Мы это вот уже знаем все, поэтому... Ага. Ну, мы посмотрели, да. Так, подсказка. Открой вкладку лидеров. Нет, это нам не надо. Мы же это тоже убрать не можем, да? Ну, как бы, не можем, да, пока. Ладно, ничего страшного. Мы бежим, видимо, выигрывать в радиоуправляемой машинке. Игра не такая простая, но если попробовать приловчиться, то все не так сложно, как получилось неоднозначно. Ну да ладно, давайте. Как нам начать играть в это? Вот у нас тут какая-то вот стоит. Гонки. Ага, ну, мы рекорд новый не поставим. А у нас... А, время пошло. Я тут смотрю, оно стоит на месте. У нас пошло время. И главное не сбиться с пути и просто ехать, я думаю. Это самое основное все. Тут, кстати, управление немножко поменялось, по-моему, и стало попроще. Тут теперь не придется водить мышкой, а камера сама меняется автоматически. Это прям не так плохо. Это прям хорошо. Я вот еду... И я не ищу что-то светящееся, а именно вот просто по этой дорожке. Я не знаю, так это или не так должно работать, но я ориентируюсь на дорогу. Хотя вот тут же видны эти вышки, и в принципе можно и по ним, по чекпоинтам. Угу. Но рекорд мы не побьем, разумеется, потому что кто бьет рекорды с первого раза, а машинка — это хорошая идея, чтобы сделать некое... Отвлечение, если устал выдавать заказы на заправке, заправлять. И выдавать заказы. На кассе пробивать что-либо. Так, аккуратно здесь. Потому что можно зацепиться и упасть. Ага, нам вот сюда все-таки. Давайте не будем по трамплину. Это как-то выглядит очень небезопасно, очень ненадежно. И машинка такая не особо устойчивая. Нам бы главное... Доехать все-таки. Ну, понимаете? Но я полагаю, что мы не доедем. Вот из-за таких промахов можно все-таки потерять кучу-кучу времени, что я уже сделала благополучно. Ну, ладно. Нам, видимо, дальше сюда. Ну, да. Вот и финиш. Ура, отлично. 2 минуты. Значит... Главное, что мы заправились, и все остальное это не важно. Ну, не заняли мы там какое-то место и не заняли. Главное, что мы выполнили задание, потому что это не база, друзья. Это не база.
нужно делать не длинные серии, чтобы их было приемлемо смотреть. И у нас первый клиент. Давайте. Здравствуйте. Мы знаем, L-Shift увеличивает скорость. Немножко вспоминаем. Чтобы по на метку получить чаевые, если заправить. Ну, хорошо. Вот у нас эта штука. Мы ускоряем и аккуратно. Ага, все? Все. Или ты... А у нас нет ничего на заправочке. Куда это ты идешь? Куда это ты идешь? Посмотрите, он идет. Ну, иди. Что это ты? Ты думаешь, я тебе вру, что там ничего нет? Ты думаешь, я вру? Ну, посмотри на меня, я похож на того, на кого... Ну, на... Да? Нет. Посмотри, вот, что тут может быть? Еще прошелся. Интересный человек. Так, инструменты. Необходимо уже убрать весь этот срам, весь этот стыд. Так, как убирать-то, я это знаю, да. Ничего здесь сложного, в принципе, вообще нет. Просто тыкаешь, и сейчас мешок будет у нас валяться. Первый мешок, я думаю, это нельзя когда убрать. Ладно, ничего страшного. Соберем тогда по мелочи. Что тут? Какие-то бутылки, сигары, чайники, пиццы. Задание выполнено. Подожди, куда выполнено? Надо же прибрать побольше. Получше, точнее. Ну и вот, теперь как раз-таки можем. Давайте уберем это отсюда, потому что это неприемлемо. И вот это, в принципе, тоже неприемлемо, но это еще больше неприемлемо. Понимаете, о чем я? Полный мусор. А, еще тут есть. Ладно, давайте тогда вот так. И давайте тогда вот так. Все. Балдежно. О, это тоже надо все. Но это же вручную надо будет вытаскивать отсюда. Ну хорошо, давайте тогда на этом закончим нашу увлекательную серию. Я не знаю, насколько там получилось. Может, на 2 минуты, может, на 3. Давайте тогда заправим еще машину и закончим. Я уже начну следующую серию с того, что заправка будет наичистейшая. Я вам обещаю. Ну, как тут получится все это снять? Так вот и получится. Потому что в такой разрухе работать, конечно же, я не буду. А на это тратить время на видео, я думаю, смысла особого нет. Всем спасибо за просмотр. Наверное, тоже кучу песка уберу. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями, если кто-то любит смотреть эти симуляторы. А я закрываю заправку и... Желаю вам удачи, хорошего настроения и всем пока!